«Тысяча и одна фотография из сказочного Стамбула». В Саратове открылась выставка работ 15 фотографов и блогеров, которые побывали в крупнейшем городе Турции. Именно туда недавно был открыт рейс с прямым вылетом из Саратова. Снимки главных достопримечательностей древнего города разместили в выставочном центре «Атриум» экспресс «Волгобанка». Кухня Стамбула, рестораны, колоритные жители, Босфор, мечети – все это на профессиональных фотографиях саратовских туристов. Конечно, смотреть удалось, но больше, конечно, всего через объектив фотокамеры. Потому что три дня – это очень сжатое время, сами понимаете, для города такого масштаба. Это где сопряжены три эпохи, и там настолько уникальная архитектура, и тут все, было интересно все. Люди, архитектура, растения.